Ремонт дороги, ведущей в сторону микрорайона Завойка, вызвал вопросы у жителей Петропавловска. Горожане в недоумении от того, что вместо замены асфальта, о которой долгие годы просили камчатцы, дорожники принялись просто латать ямы. О своем недовольстве люди пишут в социальных сетях. В частности, они не понимают, в рамках какого ремонта производятся работы дороги в Завойка, ямочного или капитального. Им также непонятна их высокая стоимость – более 60 миллионов рублей. В администрации Петропавловска поспешили прояснить ситуацию и успокоить горожан. В мэрии напомнили, что в рамках нацпроекта в этом году будут проведены работы по ремонту верхнего слоя участка дороги от Стелы Завойка в сторону города. Ямочный ремонт будет сделан на участке протяженностью около 2 километров. Чиновники просят горожан не торопиться с выводами и дождаться полного окончания работ. Специалисты планируют провести выравнивание дороги и уложить новый верхний слой асфальта. Добавим, в краевой столице уже идут работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году будет обустроено 12 участков.